Добрый день, дорогие мои! Снова рад вас приветствовать на своем канале. Спасибо, что меня смотрите. Спасибо, что вы со мной. Сегодняшний блог у нас с вами парфюмерный. И немножко вкратце расскажу о компании, которую я сегодня буду вам рассказывать. Компания, которая производит не только парфюмерию, но и великолепную уходовую косметику, и также декоративную. Да? То есть лаки для ногтей, карандаши, подводки, палитры теней и так далее и тому подобное. Турецкая компания под названием Silvana. Не знаю, может быть, кому-то она известна, может быть, и нет. Ну, давайте тогда, если кому неизвестно, с ней знакомиться. Вкратце немножечко расскажу о компании. Турецкая компания находится в Стамбуле. Компания была запущена, начала свою работу в 2008 году. И по сегодняшний день она покоряет своих потребителей, нас с вами, любителей парфюмерии, парфюманьяков, парфюманьячек, своими великолепными ароматами. Это номерная серия ароматов, да, компания, которая производит номерную парфюмерию, которая как бы 100% попадание в люкс, в нишу, в какой-то бренд. Да, но если, как вы помните, я вам рассказывал об одной такой турецкой компании под названием Shake, да, вот я вам сейчас как бы напомню, покажу один ароматик, вот такой вот, да, это Black Afghan у меня сейчас есть в данный момент. Эта компания тоже производит номерную парфюмерию, но у них, вы знаете, несколько ароматов ко мне вот попало не так давно, и честно вам скажу, я восхитился стойкостью этих ароматов, намного лучше, чем шейком. Да? Шейк они сколько держат? Сутки. Да? Эти ароматы, вот не побоюсь этого слова, даже и не то чтобы совру, это так оно и есть. Это как бы и отзывы в интернете, и отзывы от моих покупателей, которые ко мне приходят, да, и отзывы от тех людей, кто ими пользуется, потому что я у многих спрашивал, интересовался их мнением по этой парфюмерии. У них стойкость до 24 часов. Сейчас немножко вкратце вам расскажу, покажу каталог, расскажу немножечко о том, что описывает компания, да, ну и уже начнем обсуждать потрясающие ароматы. Да, вернувшись к ароматам, хочу вам сказать, что они настолько бомбические, они настолько достойны восхищения, я не знаю, любого окружающего человека, человека, который любит себя, потому что, во-первых, они... как вам сказать, по цене они стоят раз в 10, да, если не больше, дешевле люкса, дешевле ниши. Опять же, в этой компании можно найти ароматы, которые давным-давно сняты с производства, или ароматы, которые вы не можете найти, бегаете там за ними, ищете, они стоят как крыло от самолета, и вы не можете себе позволить их купить. Здесь вы это можете себе позволить. И я вас уверяю, что ароматы действительно потрясающие. Пусть сегодняшний ролик звучит как реклама, пусть я, может быть, буду голословлен, но я, честно говоря, влюбился в этот бренд. Второй бренд, именно вот из Запада, да, который я полюбил. Третий, вернее, да, это вот Арабы, Эмираты, это и вот Турция. Шейхи и Silvana. У шейков вот такой вот аромат 20 мл, да, объем маленький. У Silvana 18. Но по цене они, я бы сказал, даже, ну, не то, что дешевле бюджетных, да, они как бюджетные стоят, но ароматы, они даже, я бы сказал, дороже, чем вот элитные бренды какие-то, да. Опять же, все мы с вами очень тщательно подходим к выбору ароматов, да. Всегда боимся где-то, чтобы нас не обманули, там, наколоться как-то, или наоборот, тщательно подходим к выбору, потому что делаем подарки, балуем себя этими ароматами. Здесь я со всей точностью хочу вас заверить, что не ошибетесь ни в одной ноте, ни в одном... не ошибетесь ни в чем, да? Почему? Потому что достаточно всего одного нанесения, и вы этим ароматом будете благоухать, поверьте мне, дня полтора-два это точно. Это на одежде. На коже не знаю, сутки точно. На одежде он у вас будет... вас восхищать, пару дней это точно. Это без преувеличения, так оно и есть на самом деле. Смотрите, в руки ко мне попал вот такой каталог.
да, про эту парфюмерию. Если я вам сейчас покажу картинки, вы, наверное, может быть, кто-то их знает, кто-то, может быть, их вспомнит. Здесь ароматы женские, мужские и унисекс. Давайте немножко опять про историю. Значит, Сильвана Косметик, простите, была основана в 2008 году. Целью создания является предоставление нашим потребителям продукции высочайшего качества, выход на международный уровень качества, благодаря нашим исследованиям, разработкам и контролю качества на всех этапах производства в наших лабораториях. Поэтому Сильвана Косметик всегда отвечает запросам потребителя. Это действительно так, дорогие мои, я действительно был знаком с этой вот парфюмерией, и не могу вам об этом просто не рассказать. Смотрите, здесь на каждый аромат расписана вот такая потрясающая картинка, да? Расписаны семейства, которые к ним относятся. То есть, чем удобно с этим каталогом, не нужно искать в интернете, что вы хотите, вспоминать ноты. Причем ноты, они совпадают именно с любимым вашим брендом. То есть, нет никаких заменителей или каких-то других более, похожих нот, то есть все ноты, те, что есть в элитной парфюмерии, те же самые ноты содержатся здесь. Только единственное у них, чем у них, почему потрясающая стойкость, они сделаны на масляной основе, да, то есть здесь масел более чем достаточно, поэтому они держатся довольно-таки долго. Вот мне что понравилось, вот такое вот потрясающее вот оформление вот этого шикарного каталога. Под видео я выложу, я смонтирую этот ролик, выложу его в ближайшее время. И, естественно, под видео я выложу полностью этот каталог, чтобы вы могли, ознакомиться с ним, да, посмотреть, какие ароматы здесь присутствуют, какие, может быть, вы ищете или какие вы знаете. Может быть, кто-то из вас, если увлекается этим, да, хочет сравнить ноты, так оно или нет на самом деле, да, и вот попробовать звучание люксового аромата, нишевого, и вот с этим. Единственное, но здесь нумерация расписана не по порядку, да, то есть нужно сидеть и очень, как бы, не то что долго, а вот именно искать по номерам, вот по этим, да, которые здесь вот представлены. Вот, допустим, W839, женский аромат. Вот сверху написано Giorgio Armani in Black Coat. Да, и вот расписаны ноты, характер аромата, ноты. К чему относится и так далее и тому подобное. Очень красиво расписан само семейство аромата. Да? Вот если здесь, допустим, фужерный, а здесь у нас какой? Восточные пряные, да, ароматы. Таких здесь очень большое количество. Вот опять же, в конце странички можно найти, вот написано мужские, женские, унисекс. Ребятки, это просто вот женские, дорогие мои зрители, это действительно настолько потрясающая вещь, которую я вот приобрел, я вам просто вот передать не могу. Вот действительно, вот не буду голословным, вот ищите. Да, кстати, вы знаете, я вот что-то в Москве, вот, я, конечно, Москву не всю знаю, да, не всю оплатил, мне до нее ехать почти час. Бывает, в нее езжу по делам, но что-то я вот нигде не видел, чтобы эти ароматы вот именно фирменные магазины где-то были. Может быть, они в Москве есть, не знаю. Может быть, в других городах они тоже присутствуют, тоже не могу сказать. Но я, к сожалению, их не видел, да, то есть не скажу, что это редкая коллекция, да, и опять же не скажу, что они прям вот лежат на каждом углу, на каждом шагу, и их везде можно достать. Ну что, давайте, наверное, с вами начнем обсуждение двух ароматов, которые я хочу вам представить сегодня. Сейчас я их только найду, о каких я хочу с вами поговорить, и приступим к изучению. И приступим с вами к изучению этих великолепных ароматов. Вы знаете, я понял, почему номера здесь стоят не по порядку, потому что каждый номер относится к каждой категории аромата, да, то есть, допустим, восточно-фруктовые, идет перечисление номеров, какие к ним относятся, допустим, древесно-пряные, другое количество номеров и другое, почему они идут не по порядку. Ну вот сейчас я вам хочу представить аромат под названием Hot Couture от Givenchy. Вот в таком потрясающем дизайне выполнен флакон 18 мл. Да, вот на Сильвана вот такой вот. И даже на нем написано, вот смотрите, номер 399. Попробую вам поближе показать. Видно, да? Вот W399. И Hot Couture от Givenchy. Аромат, сам Givenchy Hot Couture снят с производства.
Давайте вот так вот он выглядит во всем этом виде, 18 миллилитров, что очень удобно, и положить в сумочку с собой, положить в карман, да, стеклянный флакон, вообще придраться не к чему. То есть настолько он потрясающий, настолько он великолепен, что вот, ну, по дизайну, и плотная крышка, то есть, ну, все, вообще придраться не к чему. А цене, кстати, я вас тоже приятно удивлю, в конце видео можете просто посмотреть и убедиться, сколько они стоят на самом деле, насколько вам их хватит. Вот я нашел про этот аромат описание краткое, да, вот 299. Давайте вместе его изучим. Характер аромата. Фруктово-цветочный. Ноты. Верхние. Апельсин, малина, бергамот. А, мобил, я так понимаю, это средние ноты. Магнолия, ветивер, перец. И базовые ноты. Сандал, янтарь, мускус. Сейчас мы с вами его попробуем по стойкости. Сейчас я его сделаю облачко такое. Да, это действительно тот самый хот-кутюр, о котором мы все с вами знаем, который снят с производства, да, он действительно тот, это даже не 100%, это 150-200% попадание в цель. И вот это облако, сейчас, извините, может быть, чихну, потому что здесь содержатся такие ноты, которых я могу чихать. Вот тот же самый сандал и мускус. Извините, если чихну, чихаю громко, поэтому не пугайтесь, сразу хочу вас предупредить. Вот, то есть именно то, что нужно, да, и вот этот аромат, я вас уверяю, будет держаться на вас, ну, двое-трое суток. То есть, если вы хотите поднять себе настроение, если вы хотите кого-то покорить, если вы хотите, да просто порадовать себя, просто, я не знаю, быть просто на высоте, быть королем, королевой, я не знаю, там, покорять сердца, умиляться, просто, ну, предаться какой-то эйфории на какому-то божество, этот аромат действительно для вас. Вот именно эти шейки. Здесь чего только нету. Я не буду вам все перечислять, что толстый каталог настолько, да, что мне не хватит просто времени. И мне нужно будет делать очень много роликов, чтобы вам это все произнести и рассказать, что про что и с чем это все едят. Понимаете? То есть вот такой вот маленький, да, вот обзорчик. У меня есть еще 4 ароматика маленьких. О них я немножко расскажу в следующем своем ролике. Ну, может быть, через какое-то количество времени, тоже именно брендовые. Самое интересное, что в шейке, вот в этом шейке, да, тоже в турецком, у них в основном ароматы, которые пользуются таким, ну, наибольше полюбившимся спросом, да, то есть вот, ну, вот как мы привыкли к одному и тому же, да, вот они больше этих выпускают. В этой линейке, в этой серии ароматов вы можете найти даже те ароматы, которые, вот я повторюсь опять же, да, вы либо ищете давным-давно, либо они давным-давно сняты, либо, может, для себя какие-то новые ароматы можете также открыть, да. То есть не обязательно зацикливаться на одном, для эксперимента и для ношения это вот просто милое дело. Причем вот этого флакона, я вас уверяю, вам хватит, но даже при каждодневном ношении, потому что, ну, у вас его не хватит каждый день носить, потому что даже его обновлять не надо будет. То есть два пшика и все, и 3 дня. Ну, на полгода, конечно, много, но месяца на 3-4 хватит. Хотя если вы любите так же, как я, обливаться с ног до головы ароматом, то, ну, может быть, через пару недель он закончится. Второй аромат вашему вниманию. Вот в такой упаковке, тоже Сильвана, здесь 50 миллилитров объем. Называется Unisex номер 108, это Pink Molecula. Ну, здесь написано Frutiflorale, вообще Pink 09, 090-09, да, это Pink Molecula. Сейчас я вам его покажу, как он выглядит. Вот в таком действительно дизайне потрясающем. Все знают, что Pink Molecula 0990 пахнет вишенкой. Вот такой красивейший флакон, всего-навсего 50 миллилитров. Но дизайн настолько великолепен, что он, ну, никакая ниша, никакой люкс, к нему даже подметки не годится, вам честно говорю. То есть настолько классно сделан, настолько вот просто вот, ну, у меня слов нет, просто вот, ну, потрясающий дизайн, вообще потрясающий сам по себе аромат. Стекло, здесь такая вот выщербинка, да, никаких ни потеков, ни каких-то, то есть даже намека на брак, на какой-то, да, на какую-то жуткую, там, не знаю, политику, даже и намека нет. То есть настолько все идеально сделано, и по такой потрясающей цене, про цены я не буду сейчас говорить, в конце видео выложу, посмотрите, что просто это вот, ну, я вам говорю, что люксовые парфюмерии, вот по сравнению с этими, да, нервно курить в сторонке, это серьезно. Как бы поверьте мне, я говорю то, что есть на самом деле.
Что теперь в нотах у нас про этот аромат? Вот я его нашел, да, вот номер 108. Сейчас вам покажу, вот он. Написано про него Zarkoparfum Pink. Zarkoparfum Pink. Ну, пинк это вишня, да, всем известно. Что нам рассказывает о себе этот аромат? Аромат унисекс, характер аромата. Ноты верхние – абрикос. Средние ноты – фрукты, орхидеи, махагон. Очень интересные, да, такой этот. И базовые ноты – мускус, дерево. То есть деревяшки – это уже то, что я люблю, как я уже вам рассказывал. Давайте теперь оценим этот аромат, и я вам расскажу его достоинства дальше. Да, именно та самая молекула 090-09, которая всем давным-давно известна. Вот. Вот именно даже, я бы сказала, она вот, открывается даже лучше, и по звучанию лучше, чем оригинал. Она как-то вот более насыщенная. Ну да, потому что здесь масло все-таки турки молодцы, они умеют масло добавлять в огонь, можно так сказать. Потрясающий аромат. Вот, честное слово, ну вот просто вот что-то с чем-то. Вот никакой неразбавленности нету, никакой. Я не знаю, у меня даже вот, ну, про них я плохого, это не то, что плохого, даже минус никакой не могу сказать, вот честно. Вы, наверное, знаете, вот у меня, кстати, вот вопрос такой задается. Вы, наверное, думаете, что я сейчас все расхваливаю, что у меня нету ароматов или парфюмерии в моей коллекции или у меня в магазине, которые там фу или там не очень, или этот самый. Дорогие мои, это действительно так. Почему? Потому что я стараюсь всегда подойти к своему покупателю, к своим любимым потребителям ну, с пониманием, да, и действительно хочу им предложить то, что они ищут. Поэтому вот понимаете меня как хотите, понимаете, что я рекламирую, или как вот кто-то мне пишет, что ой, что вы его слушаете, ему лишь бы продать. Дело ваше, это как бы я никого не заставляю, я просто вам говорю о том, что есть на самом деле, что вот это действительно потрясающе, потрясающе лучше люкса, лучше всякой ниши. Вот бренд вот этот. Это вот действительно, я здесь даже и голословить-то не буду, потому что это на самом деле так оно и есть. Вот такие вот два ароматика у нас сегодня были с вами на обзоре. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Более подробную информацию, ну, как всегда, выложу под видео. Постараюсь выложить туда весь каталог, чтобы вы могли его изучить, посмотреть. Может быть, выбрать для себя понравившийся аромат. Объем аромата, да, 50 миллилитров или 18 миллилитров. Ну и просто познакомиться с этой потрясающей коллекцией. Возможно, в ближайшее время я попробую вам рассказать про другие бренды, которые производит эта потрясающая компания, парфюмерно-косметическая. Но, вы знаете, я себя буду немножко неудобно чувствовать, если, как бы, да, молодой мужик будет рассказывать про лаки для ногтей или карандаши для глаз. То есть, если как бы, вы мне, кстати, в комментариях напишите, если вас это не смутит, то я готов это сделать, да. А если, конечно, для вас это будет выглядеть смешно, то давайте тогда не будем это делать. Я просто отложу это на потом или попрошу кого-нибудь, чтобы мне рассказали про это, да, вот, ну, на камеру какая-нибудь там приглашу в гости даму, чтобы она могла вам все это дело рассказать. Спасибо еще раз большое, что были со мной. Спасибо то, что вы мне пишете комментарии, что ставите лайки, продолжайте в том же духе, приглашайте знакомых, друзей, близких, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обсуждайте, пишите свои обсуждения по поводу парфюмерии, да, или, может быть, у вас будут какие-то пожелания, еще что-то. Я всегда рад общению. Спасибо большое еще раз, что вы со мной. Всем пока. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. До новых встреч.